С 24 по 26 мая в Казани состоится ежегодный педагогический форум ИФТЭМ. На 9-м по счету форуме, который пройдет в этом году, выступят ведущие специалисты в области образования не только из России, но и из Бразилии, Индии, Турции, Ирландии, Испании, Словении и Казахстана. Преподаватели обменяются опытом и предложат свои варианты повышения эффективности учебного процесса. В этом году наш форум побил все рекорды. У нас ожидается порядка 900 очных участников. И то, что касается исследователей, педагогов-практиков, которые приедут на форум, то я могу сказать, что география достаточно обширна. Стран-участниц у нас 15, университетов порядка 170, из которых 30 – это зарубежные университеты, и также представлены порядка 120 городов Российской Федерации и зарубежья. В рамках форума будут проведены лекции, симпозиумы, семинары и круглые столы на самые разные темы. Например, одним из первых вопросов для обсуждения станет антропология проектирования педагогического образования в цифровую эпоху. В его рамках будут затронуты актуальные проблемы, касающиеся обучения в онлайн-формате. Круглый стол объединит противников и сторонников дистанционного обучения. У нас будет ряд зеркальных конференций, форумы. Благодарны нашим зарубежным коллегам за поддержку. Сейчас ведется очень большая работа на площадке не только Казанского федерального университета, но и на площадке Карагандинского госуниверситета, Нукусского государственного педагогического института в Узбекистане, в Каракалпаке. И вот это, наверное, основное новшество. В прошлом году форум ИФТЭ стал одним из самых масштабных событий в области педагогики не только в России, но и в мире. В рамках программы участники обсудили вопросы высшего, среднего и дошкольного образования. Рамиля Мухаметшина, Маргарита Михайлова, Универньюз.